Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описания к ним по книге «Великий музей мира». Горничная с заглажкой белья Генри Роберт Морланд. 1782 год. Холст масла 74/61. Всю свою жизнь Генри Морланд писал идеализированные образы слуг, горничных, бардов. Все эти полотна и данные исполнены в стиле, если так можно выразиться, воображаемых картинок. Очень милый трогательный жанр живописи эпохи сентиментализма. Все в таких работах очаровательно, уютно, благополучно, спокойно греет душу. На такого рода произведения всегда был и, очевидно, будет спрос в определенных кругах общества. Ряд мастеров и Морланд среди них сделал этот стиль знаменем своего творчества. Как в каждом художественном течении, здесь есть свои корифеи. Признанный шедевр – дрезденская шоколадница Леотара. У такой живописи есть аналоги у музыки. Карл Филипп Эммануил Бах, один из старших сыновей Баха. Литературе ранней Гёте. Архитектуре городские односемейные дома во всей Европе. Спрос на подобные картины был столь велик, что один и тот же сюжет тиражировался живописцами по многу раз. Данный образ молодой горничной, занятой глажкой, существует, кажется, в 5 вариантах, написанных за указанный в дате создания работы период времени с 1765 по 1782. Вот такое описание работы «Горничная с заглажкой белья» Генри Роберт Морланд. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.